Ой, есть. Там потрошника на этих. Гуляет. Да. Тихо, стоп. Давай, там нормальный щупак, там нормальный щупак вообще, вон он. Потаскивает. Давай. Я не вижу этих, ближе, вот он, ближе, вот ближе. Опа, взяли. Хороший щупачок. Не сильно большой, но нормальный. Это же весь мир будет видеть, смотри. Подожди. Да вот же он, родной. Хороший. Снимать? Взял. Да. Сейчас я выпотрошу тоже. Я рад. Я тоже. А что, мы дважды приезжали, дважды распутанное все. Ну, сдалека мне показалось намного побольше. Уйди отсюда, зараза. Больше, вот вы даже сюрку туда поймали, хрень полная. Они большие, невкусные. Все, она трухлявая. Это как же это окунь, до 500 грамм, 500 грамм уже хреново. Он невкусный. Это... Половить, конечно, его интересно, не вопрос. Когда его тащишь, когда мы здесь 1,5 килограмма хуйни тащишь на удочку, телескоп, это вообще просто. Его когда вытаскиваешь, он наверх, он, знаешь, так бьет так классно. Муравей на меня залез. Там просто негодяй. Здоров. А? Ой, Соня, не ай. Вот, готово. Хорошо? Угу.